Приветствую всех, друзья, перед началом Орды. Да-да, сегодня день Орды. Злобной Орды. Посмотрим, что нам Орда, это как говорится, принесет. Принесет ли она вообще что-то. Мне это довольно-таки интересно. Пошла картинка. Извините, немножко УБС-ка после обновления тупит. Бывает. В общем-то, турельки я зарядил под 500 патронов почти каждую. И примерное расположение Орды, с которой стороны она пойдет, вот с этой, я могу предположить. Я уже тут по пятихаточке патрончиков-то сделал. Давайте врубаем наши турельки. Ну, вот здесь по пятихатке. Ну, больше я не насобирал. У меня, конечно, есть идея, как это вообще все улучшить, но это надо будет покататься. Как видите, один город я полностью зачистил. Абсолютно полностью. Вот этот еще почти зачистил. В общем-то, поеду потом в этот городишко. И хотя нет, не в этот. Да, вот в этот поеду, потом в этот и в этот. И там вообще нафиг почищу все машины. Вы понимали, это на записи делать не буду. Мне нужны тупо радиаторы. Все, больше мне нафиг там ничего не надо. Так, пошли наверх. Смотрим, откуда побежит Орда. Мне это очень интересно. Ориентировочно она должна отсюда побежать. Вот я меточку специально сделал. И мне интересно, насколько это правдиво будет. Серьезно? О, гадость какая. С самой слабо защищенной стороны. Понятно все. Патрошки пока есть. Почему-то я не удивлен. Да, турельки, я, конечно, понимаю, но это глупо. Стану-ка я здесь. Да уж. Так, теперь я понимаю основную проблему, эти полицейские, да? Патрон-то хоть еще есть. О, какие пролаги-то, йоу. Короче, дело было к ночи. На них слишком уходит много патронов. Не, ну урабатываем нехило, кстати. И патрошки пока еще остаются. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беда-бедовая. Так. Ай-яй-яй, у меня прорыв по территории идет. Сейчас и здесь пойдет прорыв, да? Ага, так, все, уравновесили.
пробрался, гад. Да нифига не попрет. Этот угол-то я смогу прикрыть. Ядрить сколько их, ребят. Вы видите тоже, что и я? Вот это месиво. Ладно, у меня вопрос. Довольно специфический вопрос. Куда я дел фонарик с этой винтовки? Не, ну это вообще жесть. Вот это абзац. Я такого кошмара не ожидал. Вы видите там, что творится? Там такая гора трупов, что аж звездец. Вот это ад. О, мачетка, спасибо, друган. Вот это спасибо. Вся орда, как говорится, хотя бы... И мы все старания не на смарку пошли. Мне потом интересно пособирать машинки, посмотреть, сколько я смогу 9-миллиметровок наготовить. Чисто так, принципиально. Хочу потратить на этот часиков 6 примерно времени, смотрю. Реального времени. Отдыхай. Меня интересует другое. Этого здесь много, да? Ого, собак-то сколько. Так, а где у нас мачеточка-то? Давайте-ка я ее проверю. О, шикарно. Друзья, друзья мои, это шикарно. Обожаю мачетку. Плюс кожи. Плюс ко всему. И костей она хорошо собирает. Обожаю. Это мое любимое оружие. Правда, я не могу понять, если пока как его сделать, но да ладно. Пока турельки работают, ко мне вообще никто не подойдет. Собственно, как оборона, это довольно-таки неплохой вариант. Но все-таки мне до сих пор не нравится, что я не могу разбирать патроны. Не могу понять толк от этих 50-миллиметровых патронов. Еще. Не, ну топором будет попроще, я вам так скажу. Слишком много трупов. Слишком много всего. Ну, пистолеты так себе. Я тут торговцам ездил, вообще нет у них патронов. Не знаю даже. Видно, респаун какой-то фиговый. Потому что последний раз я от них практически 700 патронов из троих увез. После этого дня надо будет еще раз смотаться и посмотреть. А собак там много прибегало. Не, ну без турелей, друзья, здесь это неодолимо. Просто реально не одолеть. Это я им скажу честно. Да, смотрите, подле меня бомер. И мне тоже интересные вещи такие несут. Сказал пару слов. Но я промолчу, пожалуй, да? Очень хорошо турельки вырабатывают. Как вы можете сами лицезреть. То есть без турелей жизнь плоха. Точнее, она невозможна, по ходу дела. То есть они уработали, считайте, всю орду. Ну, фонарик 600, кстати, редкость. Я удивлен. Фонарик я еще ни разу не видел, но мне не успело стукнуть, зараза, да? Хи-хи. Гадость, гадость. Так, и у нас здесь еще целая тонна трупиков. Медок пригодится. Механические запчасти, пожалуй, нет.
Вот мне не нравится, что эти вот трупы остаются, остатки. Очень сильно. Не, это мне точно не надо. Во-первых, вредно для здоровья, во-вторых, бесполезно абсолютно. Игра аж немножечко подлагивать начинает. Ну, такое количество трупов-то. Я удивлен, что она вообще... Не, ну слушайте, по большей части, на предыдущей версии, какой-то 15, а нет, 16 даже 2, она бы вылетела. Потому что там первая орда на максимальных настройках у меня вылетать начинала, когда я начинал по новой играть. Хотел позаписывать, до первой орды дошел. И она у меня просто тупо крашилась. Нехватка оперативной памяти. Я думаю, такой, окей. Вроде они это починили. У многих вообще она просто так вылетает, что мне нравится. У людей компы довольно-таки мощные, игра вылетает. И пофигу. Ну да, вот такой вот бывает. Ну-ка, что еще тут? А, о, повезло. Надо сильно не торопиться. Жалко, 10-миллиметровки, кстати, не могу вставлять в эти турельки. Я уже подумаю, может, шотганские турельки сделать? Ведь тоже могу их делать, по сути. А, еще кандидат. Эх, как хорошо с турельками-то, друзья. Что бы я без них делал? Вот так полутать бы мне в наглую вообще не получилось ни разу. А тут, смотрите, спокойно лутаю. Свеженькие прибежали. О-о-о, хороший подгончик. На мопедик подойдет. Кто-то уже обратил внимание, что у меня почему-то там сзади меня очень много чего-то усилилось, да? Это еще не закончено. Еще надо доделывать. Мне просто очень-очень-очень и еще раз очень до хрена цемента, друзья. Просто реально его столько, что я не знаю, куда его девать. И я решил тут забабахать еще одну площадочку, так сказать. 4. Фига себе. Откуда такое количество? Друган, ты че? У меня точно есть прибежал? Или что-то другое? Споить, к примеру. Напоить. Как говорится, забрать ключи от моей базы. И сказать, так оно и было. Вполне возможно. Как видите, атлетику качаю себе. Так, что у нас еще здесь есть? Вкусного. Ну вот. Вот это было страшно. Обратите внимание. Не смог, бедняжка. Мне еще и стамент, походу. Очень тема. Очень темно. Ой, мужчина, вам плохо? Да, нехорошо лично. Зубными щетками бегают стоматологи тут. Как правильно чистить зубы. Показывают, наверное. Что у нас тут, а? Блин, жалко, вояк нету. Я вторую орду не могу запустить, уже нет патронов. Патроны на вес золота тут реально. Это, конечно, прикольно, я соглашусь. В шахте добывать... Не резон, друзья, не советую. Я, конечно, там еще покопаю, мне там другие ресы нужны. В общем, пока как-то так. Так, доделать оборону, не доделать. Совыколю, что ли, нет? Ну, то костей неплохо набрал. Хотя, нет, ни черт толку-то нет вообще. В принципе, никакого. Побежали на базу, спрятали свою шкурку. Посмотрим, что тут у нас по патронам ушло. Так... Здесь, ну, еще жить можно. Здесь стреляют. Здесь отфигачивают. Тут одиночные такие зомбики попрутся. Так что я пока отключу это. Это мне не специфично уже. Так, здесь у меня что осталось-то? Пора включать. Там они пусть попробуют цемент поломать. В общем-то, пружинки я, как видите, переработал, и у меня более-менее хоть стали появляется, но
А вся проблема в том, что мне, если выживших приглашать, блин, на них стали надо целая тюрьма. Вот это вот мне не прикалывает ни разу. Здесь, как видите, я деревья снес. Здесь у меня площадочка готовится к заезду, как говорится, новых жильцов. Ну, это называется слишком дофига цемента и некуда, как говорится, деть. Да ладно. Один раз этот тут помер. Кто не обратил внимания, у меня ХП опять тут. У меня всего смертей. Так. Я убил 4 плаоров. А, ну эти... 60 смертей у меня всего. Расстояние 582 километра я пробежал. Так, и сколько я атлетику-то качал? Вот что мне интересно. Стало резко неожиданно. 9 очков, ну да, я их коплю пока. Атлетика, а ты где? Атлетика у меня 90, друзья. 90. Эти стамина деградейшн и бред холл деградейшн. Скорость замерзания, что ли? О, я не знаю, если честно, что это. Но я могу предположить, что это прыжки. Лень переводить. Мне ж простите, лень она такая. Так. Find decoration. Это я не знаю. Наука в десяточку. В общем, спрашивал у меня человек, как узнать, что кто-то там читерит. Попросите его показать, к примеру, его уровень, вот эту вот страничку. Посмотрите внимательно, что у него тут есть. Этой страничке. И вам сразу станет понятно. Покажет атлетику и как у него что прокачано. Вы поймете, он там читерит, бегает или реально что-то делает. Например, у машины я разбирал Construction Tools. Ну, кстати, он вырос, вот что интересно. По Construction Tools, а то он уже стольник. Угу. Смонинг бы, блин, прокачать. Хотя мне и Виепан нужен. Сразу. И Гансмунинг мне нужен. Хотя Гансмунинг мне будет поважнее, кстати говоря. Так что будем его прокачивать. 7.62 мне не нужен, а Райфус мне пока качается. Шотган я вообще принципиально не буду распознавать. Вепан осталось прокачать, Гансмунинг и Тулк. Я вот не знаю, хватит ли, конечно, мне уровней. Но надо задание повыполнять, по идее, хватит. Нету заданий еще целая тонна. Газлинг Стрэндж, Марио Дарри, Ози Бурн Радиэйтед. Заданий, конечно, у меня еще тут дофигища. Убейте Гвольц. А, ну давайте я вам для развлечения. Так, разгружусь сначала. И покажу, как я тут курей шинкую. У меня как раз есть мачетка. Мне интересно, сколько я мачеткой смогу выбить с них мясца. Очень жутко интересно. Мне надо сажать. Хочу я себе сделать так же. О, и смотрите, как подросло. 230, это неплохо уже. Это вам не хухры-мухры. Кстати... Кошечку я пока не ставлю, потому что у нас скотина убежит, скорее всего. Этот проход. Я тут еще... Что мне осталось плавить? Мне лед осталось. А нет, уже почти все готово, кстати. Буду, короче, я скоро доделывать свой этажик. Коровки у меня не спариваются. Свинки у меня не спариваются. Уже достали меня в корень. Я уже начинаю жалеть о том, что завел это фермерское хозяйство. То есть они только жрут, и все. Может, им закон надо было поменьше. Вот. Как были, так и остались. И одного маленького хренеля я не вижу. Ладно, если бы понимаю, я посадил бы одного пола. Я могу. Еще сарка я помню, когда я 4 часа пытался спарить двух богомолов, которые были мужиками, и ничего у меня не получилось. Там все ухахатывались. Так, ну вот так вот. Как-то их сбрасываю сюда. Это что-то сейчас было. Это что-то новенькое. Куда вы побежали? Больше здесь нравится помирать? Два мяса, два мяса. Максимальное количество, что ли? Странно, раньше они здесь не убегали как-то.
Ладно, у нас есть волшебный топорик. Что-то я вот юмора сейчас вот тут вообще не понял. Ну ладно, давай я вот так вот сделаю. Совсем куры от рук отбились, да? Бегать начали так. Да вы чего? Да ладно. Ладно, займемся. Сейчас курей погоню, фигу. А как-то пофиг. Надо чем-то поразвлекаться, чтобы серия хотя бы полноценная была. Надо. Что, курочки? Так, ладно, давайте сначала тех, кто убежал, попробуем гасить. Здравствуй, зайчик. Только с тебя. Две шкурки. Ох, как игра-то подлагивает от них, слушайте. Вот видите, как от животинки игра подлагивает. Хотя я не знаю, видите вы это или нет. Но игра подлагивает. Вот количество всего лишь такого. Смотрите, какие они шустрые и хитрые. Жесть. Я надеюсь, они по лестницам бегать не умеют. Значит, я сейчас охренею их дома ловить. Так, что-то поменялось, я вам скажу сразу. Я вот не понял, что. Короче, я вообще больше никогда не буду обновлять то, что играю. Ну, нафиг. Какой-то бред получается, уже сегодня было. Не, ну это реально уже бред, друзья. До этого они не выпрыгивали эту ловушку делал. Зачем тогда ее делал? Там можно было покидать, так и бегать их, блин, выискивать. Мне, видите ли, скучно и заняться нечем. Иди сюда! Я тебе больно не сделаю. Да. Такс, ладно. Иди сюда, маленький мой. Мясной. Рулетик. Да, что-то у меня явно пошло не так. Хотелось бы знать именно что конкретно, но вряд ли. Эй, мне мясо нужно, мне сейчас начнет. Вот такая вот забавная вот подыстория серии. Опс, так, иди сюда. Смотри, они все равно сюда возвращаются, обратите внимание. Может, просто их слишком много... Нет, не слишком много накидал. Я последний раз вообще больше закидывал. Что ж, 150 мяса собрал. Так, размножаться давайте. О, слушайте, они опять приплод принесли, я смотрю. Не кислота. Угу. Гениально. Ну, порченная еда. Тут, конечно, медленнее портится. Вот эти, я еще могу тут мяса даже сделать. Так, развлечение продолжается. Эй. Кролики. Ну, кролики как-то медленные, я вам скажу. А как ни странно, курицы, они так моментом, знаете, как шерстят. Хоп-хоп-хоп, все, и у меня 4 курицы. Я их чаще всего убиваю, как бы, уже перья выбрасывать аж начал. Зажрался корень. А что-то как-то кролики, хотя... На всех упаковках, как говорится, с препаратами... Не препаратами, средствами предохранения против нежелательной беременности и венерических заболеваний, я так называю это. Нарисованы кролики. Также на некоторых таблетках, которые не стоит никогда употреблять. Я вот что-то в этой игре не вижу, что кролики такие уж супермены.
Скорее всего, тут курица. Супергупер. Эй, куда побежала? Иди сюда. Ты куда побежал? Так, разделываем. Знаете, мне вообще-то жалко, что нельзя взять эту курицу просто и ее как-то там разделать не таким зверским способом. Сразу говорю, это игра, друзья. Здесь ничего, никаких животных реальных нету. Кому понятно? Это пиксели, которые никогда не играют значения. Потому что, во-первых, за курями надо в жизни ухаживать. А не просто так. Пришел, ему ведро воды дал. Капчик положил, и все. А это так не работает. Так. Ой, спряталась маленькая-то. Посмотрите на нее. Угу. Размечталась. Кто еще здесь у нас? Никого. Ладно, кто к курям убежал? А? Пинем с ним. Я одну курицу же видел здесь. Так. И ты здесь, братец-кролик. Тихо-тихо. Хотя... Я не знаю, ну... Не размножаются они. Креков я вроде не кастрировал ради жира. Или сала. А толку от них, я бы сказал, сколько? Да нисколько толку, пока я вот не вижу. Брынки вы хоть есть начали? Знаете, на диете у меня, как всегда. Молоко, конечно, хорошо, но бесполезно. Так, все, зачистил. И еще кто-то остался. Ну вот зацените, почти 100 мяса собрал. Последний раз я там сотню мяса собирал просто одних этих курей. Их было так у меня дофига, что их кто-то покидал, они стояли друг на друге, никуда не рыпались. Сейчас что-то я смотрю, их вдруг движуха заволокла. Так, надо посмотреть, сколько у меня вообще всего мяса. Сколько я могу себе хапчика сделать. Что мне интересно в первую очередь. Кушать ведь надо, надо. Угу. У меня кончилось дерево. Блин, за деревом придется чесать, чувствую, это жесть. Прям таки массово масштабно, да? Да. Дерево нет совсем. Только 38, да? Ну, неплохо. 38, у меня здесь еще 25. В общем-то, до конца сезона-то точно хватит. Ну что ж, друзья, как говорится, я надеюсь, я вас развлек такой небольшой охотой на курятинку. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, оставляйте под видео на ютубе. Устройку я не показываю вам по большей части, кстати говоря. Ну, потому что она у меня идет довольно нудно. То есть я немножко построил, пока оно сохнет, чтобы оно нафиг все не обвалилось. Я бегу здесь, разбираю хлам. Что-нибудь еще делаю. То есть, ну, как бы чисто стройкой я не могу заняться, потому что механика в Сайлендейс такова, что это все может вдруг неожиданно рухнуть. А по новой это все делать довольно-таки кошмарно, я вам скажу. Так что приходится мне импровизировать. Всем удачи, друзья! Пока. А я тут хлам поразбираю. Как всегда. Да.